Привет всем тем, кто любит Roblox. Сегодня у нас режим Corridor of Hell. Значится, в чем смысл? Смысл в том, чтобы пробежать как можно дальше по коридору от точки спавна. Минус в том, что как только ты падаешь, ты умираешь, поэтому режим довольно сложный. Давайте быстренько пробежимся по менюшке, что здесь есть. Ну, во-первых, ваш статус. Я попробовал, поиграл, и у меня уже 6 смертей. Неплохо, я думаю, да? Далее, магазинчик, где все заблокировано. Возможно, из-за того, что у меня маленький уровень. Возможно, из-за того, что это надо разблокировать за деньги, которых у меня нет. Может быть, даже за робуксы. Поварапсы, то есть это одно сохранение. Более дальний прыжок и так далее. Также есть геймпасы. Естественно, покупаемые за робуксы. Ну и итемы, видимо, для кастомизации персонажа. Но, опять же, у меня этого ничего нет, все заблокировано. Валюта здесь зарабатывается. Но так как я не прошел никуда далеко, я пока что ничего и не заработал. Будем пробовать это вместе с вами. Так, чекпоинты, это флажки. Вот они у нас флагом и, собственно, обозначены. Бинокль, это мы можем наблюдать за кем-то, дабы изучить трассу. И, попробовав повторить действие, мы смогли, собственно, эту трассу пройти. Нажимаем на стоп, переключаемся снова на видение от себя. Также тут есть коды. Сейчас мы их попробуем ввести, если я найду рабочие. Если нет, ну, значит, без них. К сожалению, не работает, но с этим я сталкивался уже во многих режимах, собственно, как и многие из вас. Новые коды выпустят, и они будут работать. Так что ждем, ожидаем. Куда ввести, я показал. А сейчас приступаем к путешествию. Попробуем пройти трассу и заработать на этом честно, так сказать, без ввода всяких кодов и так далее. Трасса, как видите, обманчива. То есть на синие кубики вставать можно, на все другое вставать нельзя. Так. Здесь надо прыгать и сразу поворачивать. Прыгать и сразу поворачивать. Ну вот, я помер. Попробуем пройти хотя бы первую секцию. Секции у нас разделены, то есть голубая, оранжевая, красная, зеленая и так далее. В каждой секции свои проблемы, свои препятствия, свой способ прохождения. Ну, как я уже говорил ранее, можно понаблюдать за другими людьми и попробовать пройти именно так, как проходили они. Ах ты ж, да ладно, в конце первой секции помер. Обалдеть. Еще разик попробую, если нет, будем на этом заканчивать. Да, не получилось, не срослось. Друзья, режим прикольный, он захватывает именно тем, что, ну блин, тебе хочется пройти, тебе хочется победить. Ну а также узнать, что такое в магазине. Поэтому всем рекомендую, всем советую. По ссылочке в описании заходим, играем, веселимся, получаем положительные эмоции. А у меня на этом для вас все. Большое спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, жмакаем на колокольчики, ставим лайки и, конечно же, пишем комментарии. Пока-пока, друзья!